Едва ли найдется тот, кто не читал в детстве сказку братьев Гримм про Гензеля и Гретель. Можно понять чувства детей, которые забыли обо всем, за обе щеки уплетая пряничный домик. Сегодня на выставке товары для всех, можно это сделать самому. Кстати, если у вас нет времени на приготовление лакомства, легко сможете приобрести готовый имбирный домик. Я вообще творческий человек, но попробовала сделать пряники, а они такие красивые получаются, уже душа не отошла от них. Чтобы приготовить и расписать пряник Галине, не требуется много времени. А вот чтобы создать одну елочную игрушку, порой уходят недели и даже месяцы. На выставке представлена новая коллекция игрушек знаменитой клинской фабрики. Елочка выпускает игрушку в старых традициях, вручную выдувает, вручную расписывают. Все шары можно подобрать как и молодому поколению, которое выросло на современных сказках, так и старому поколению с Дедом Морозом, Снегурочками. Ассортимент выставки разнообразен. Здесь и белорусский текстиль, и хрусталь, и даже знаменитая чешская посуда. Не забыли организаторы и о праздничных нарядах. Платья и костюмы на любой вкус. Выставка продлится до 15 декабря. Порадуйте себя и своих близких товарами отечественного производства. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».